эксцентриссимо. Вы думаете, что только наша золотая молодежь еще не обтесалась достаточно и не умеет скромно тратить богатство своих родителей? Тогда давайте посмотрим на Сингапур. Юные мажоры там такие же, как наши. Можем гордиться, встали на одну позицию с самым дорогим для жизни местом. Икрой не корми, дай повыпендриваться. Есть даже аккаунт в Инстаграме, где они выкладывают лучшие фото своей сладчайшей жизни. Что же там можно увидеть? Полуголых красоток в кровати, усыпанные 100-долларовыми купюрами. Точно так же одеваются юные богачки, чтобы сфотографироваться за рулем своих Бугатти и Феррари, не поехать бесцельно по городу. А если уж что-то надевать, то только футболку с надписью «Хватит быть бедным» или костюмчик из золота. Есть, правда, среди зажиточных сингапурцев любители классики ван с шампанским. Можно еще в Дубае поучиться красивой жизни. Любители фотографировать еду делятся там со своими подписчиками снимками капучино с золотой пенкой. А вместо игрушечных хомячков, готовых передразнить гаишника, если он осмелится остановить авто, там в суперкарах с водителями ездят настоящие леопарды. Украшают этот праздник серпантины щитов из магазинов. А на нашем торжестве должен быть Жан-Жак Руссо, чтобы напомнить. Роскошь развращает всех, и богача, который ей пользуется, и бедняка, который алчит ее. Эксцентриссимо.